Такие люди всегда имеют свое мнение и умеют его отстаивать. Звук «А» в имени человека внушает ему бодрость, придает силы для борьбы с трудностями. Это силы и желание что-то начать и осуществить. Стремление быть первым, лидерские и организаторские способности, большая склонность к действиям. Звук «О» не у всех вызывает положительные эмоции, многих настораживает. Часто люди с гласной «О» склонны к консервативному образу мыслей и принципиально сковывает их возможности. Это сильные личности, способные привлекать внимание людей за счет своего обаяния, готовы идти к поставленным целям с любыми путями. Буква «К» символизирует выносливость, проницательность, скрытность в вопросах личной жизни, а также стремление к власти. Иногда эти люди, наоборот, производят впечатление людей холодных, так как они не всегда умеют проявлять свои чувства. В материальном плане эти люди ориентированы на результат в виде финансовой выгоды. Буква «Н» в имени означает протест, внутреннюю установку не принимать все происходящее без разбора, умение отфильтровывать полученную информацию, отбрасывать второстепенное и оставлять главное. Обладает богатым воображением и высокой интуицией. Человеку с буквы «К» по имени всегда присуща загадочность. Он может тайно иметь хобби и не желать, чтобы об этом знали, и наделен способностью хранить чужие секреты. Часто в характере людей с буквой «О» в этом имени проявляется упрямство, с помощью которого они могут достичь больших высот в карьере. Им не составляет труда добиваться успеха в профессии, однако астрологи отмечают их неуступчивость. Букве «А» свойственна сила и лидерство для этого имени. Люди, имеющие букву «З» в имени, чем-то похожи на бензопилу. Из-за острого представления имени, но не стоит думать, что под этим именем скрывается сварливость и вечное недовольство. Личные качества в этом имени способны достичь больших успехов в технических профессиях. Обладатели этого имени не жадные и относятся к деньгам как к средству достижения цели. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.